белорусских коллег к нему. Может, он там что-нибудь, не знаю, махал резко, они, может, сейчас не хотят видеть его, знают. Может быть, более дипломатично будет какую-то нейтральную фигуру поставить в этом плане. Мы хуже себе не сделаем в Калининградской области. Коллеги, Зиновьев ездил туда для того, чтобы решать эти вопросы, связанные с изъятием телевизоров белорусской стороной. Этим вопросом занимался, когда он как руководитель торгово-промышленной палаты. Мы вводим депутатов в состав российской части. И белорусская сторона нам не диктует, кого мы включаем. А эти вопросы находятся все равно в правовом поле. Никто шашкой не махал, никто никому не угрожал, поэтому я не вижу здесь каких-то опасений в части работы Зиновьева в Российско-Белорусском Совете. Коллеги, если больше нет суждений, предлагаю перейти к голосованию. Вопрос номер 8. Постановление у вас на руках. Отсутствующие депутаты. Самотвода он не взял, на комитете он был, еще раз повторюсь. Предлагаю перейти к голосованию по проекту постановления. У нас 9 заявлений. Прошу голосовать. Если мы посчитаем, мы можем и заслушать наших представителей в советах, в рабочих группах. Это право наше с вами, поэтому надо, наверное, в следующем году им воспользоваться и послушать коллег, как они работают в этих советах. Вот это с этим можно согласиться. Коллеги, вопрос номер принимать.